Wai-Po Tang in Russia Этот забег выиграла Людмила Рогачева из Ставрополя. И заключает нашу программу наше знакомство с человеком уникальным, я бы сказал, удивительным. И на встречу с ним вряд ли еще недавно мы могли бы рассчитывать. Итак, мастер Вай-По Танг. Он является наследником пятого патриарха кунг-фу стиля Винчун Южного Шаолиня. Смотрите фрагменты его выступления в Швеции, которые вызвали огромный интерес. Итак, это высший титул в кунг-фу. Вай-По Танг, чемпион мира среди профессионалов. Это звание он завоевал на боях в Таиланде, где победил многих профессиональных бойцов. Сейчас он показывает приемы. Но мы ждали его приезда, и вот он приехал в нашу страну и прибыл по приглашению Ассоциации клубов кунг-фу «Триада», президентом которой является Андрей Логинов. И с таким же энтузиазмом он показывает приемы значительно в более скромном зале, высоко оценивая гостеприимство санкт-петербургцев и техническое мастерство санкт-петербургских спортсменов. Показывает он сразу.